Сегодня я познакомился с экипажем. Хочу немножко рассказать о себе. Я главный врач клиники имени Святослава Федорова, многофункционального центра медицинского. Сегодня мы познакомимся с экипажем, с прекрасным мануальным терапевтом. Хотим, чтобы он у нас работал в клинике, предлагаем ему место работы. У него золотые руки, я это испытал на себе. Месяц меня пытались вылечить от хронического радикулярного синдрома. Один сеанс, 45 минут, и все встало на свои места. Экипар, пойдемте, я вам покажу клинику нашу. Да. Спасибо, дорогой.